Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про здоров'я жінок. Важлива тема, про що можуть ще говорити два чоловіки. Ради вітати в нашій студії доктор медичних наук, професор кафедри променевої діагностики, терапії та онкології Одеського національного медичного університету Андрій Рибін. Добрий вечір. Здравствуйте. Дійсно, важлива тема – онкологія. Жаль, ніхто не застрахований, ні чоловіки, ані жінки. Але, якщо я правильно розумію, є невтішна статистика, це захворювання, страшне захворювання, не оминає стороною нашу прекрасну половину. Отже, останні дані по Одещині і взагалі в Україні з онкологічними захворюваннями, особливо жінок, пане Андрію. Добрый вечер еще раз. К сожалению, действительно, в нашем регионе заболеваемость злокачественными опухолями среди женского населения возрастает. Но при этом, к сожалению, возрастает и смертность за последние годы. И самая неприятная тенденция – это омоложение злокачественных новообразований у женщин. Это как рак шейки матки, так и рак молочной железы. Все чаще и чаще мы встречаем у молодых женщин, у женщин репродуктивного возраста, социально активных, которые не всегда даже реализовали свою репродуктивную функцию, планируют беременеть, уже беременели, но планируют еще раз, либо вообще не беременели ни разу. И это, к сожалению, достаточно большая проблема. Проблема заключается также не только в росте, а в росте числа запущенных заболеваний. То есть на тех стадиях, когда мы не можем оказать полноценную, эффективную помощь уже этим пациенткам. Потому что если на ранних стадиях, нулевой, первой, второй, мы можем эффективно бороться, эффективно оказывать лечение и восстанавливать зачастую не только там, функцию жизни, функцию сексуальную, но и репродуктивную даже в некоторых случаях пациенткам, то на поздних стадиях онкологических заболеваний, к сожалению, об этом уже не идет речь, а речь идет о жизни пациентки. И в этом, конечно, ключе проблематика достаточно серьезная. Я бы сказал, что на фоне ковида, ковидной инфекции вирусной, конечно, немножечко онкология отошла на второй план. Это неправильно, я не расскажу. Да, но на самом-то деле она никуда не девается, проблема есть, и проблема та, о которой нужно говорить, и которые наши телезрители, ваши телезрители, наши пациентки должны помнить и знать о том, что это есть, и что нужно обращаться вовремя к врачу. В чем причины росту этой тенденции? Экология, неправильное харчування, возможно, какие-то там нервові стресы на работе, или все в сукупности? Вы знаете, еще ни одна страна в мире не научилась влиять на заболеваемость раком. К сожалению, заболеваемость не зависит от медицинского сервиса, не зависит от экономического развития страны. Заболеваемость зависит от каких-то факторов наследственных, от факторов окружающей среды, совершенно верно, от факторов снижения иммунитета и так далее, популяционных. Но на сегодняшний день мировая медицина и медицина нашей страны, онкологический сервис, это и онкологическая часть, настроены на то, чтобы диагностировать на этапе предрака, ловить заболевания на ранних стадиях, выявлять и вовремя качественно и эффективно лечить. А этого, к сожалению, не происходит. Не происходит в нашем регионе по многим причинам. Одна из этих причин — это то, что диагностику злокачественных заболеваний переложили на плечи семейных врачей. И это достаточно большая проблема, потому что семейные врачи — это как бы новое для нашей страны относительно понятие. И не всегда, не все врачи, к сожалению, готовы изначально заниматься онкологией, диагностировать онкологию. Некоторые даже не хотят это принимать. А те, кто хотят принимать, не имеют достаточного количества навыков. То есть это довольно длительный процесс, который должен пройти период адаптации семейных врачей. И вот как раз за этот период адаптации получается, что нет ранней диагностики, нет выявляемости на этапе вот предрака, когда заболевание можно опять же визуализировать, лечить и так далее. И за счет этого большое число запущенных случаев, запущенных, когда пациент уже приходит, уже есть жалобы, но это, к сожалению, та стадия, на которой лечение не всегда эффективно.
Отже, ми розуміємо, що не завжди сімейні лікарі вони можуть бути такими, ну, при всій повазі, професіоналами, тому що у них дійсно голова забита і іншими проблемами. У них там є по 300-400 пацієнтів, а тут онкологія. А тому дуже багато залежить від самих потенційних пацієнтів. На що, зокрема, нашим жінкам звертати увагу, яка, можливо, там симптоматика на ранніх стадіях, ну, можливо, ще там до скринінгу там та чи інша потенційна пацієнтка не дійшла, але ми знаємо, що є жінки, які, ну, дуже прискіпливо стежать зі своїм почуттям, зі якимись там утвореннями, там пухлинами. На що звертати увагу? Прежде всего, следует сказать, что в мире вообще мы разделяем два типа злокачественных новообразований. Визуальные формы, то, что доступно легкой диагностике, то, что мы видим глазами, то, что легко диагностируется, и так называемые скрытые формы злокачественных новообразований. Так вот, по поводу визуальных форм, выход простой. Пациент просто должен раз в год посещать либо семейного врача, либо врача женской консультации, если она ходит в женскую консультацию, и проводить, так сказать, вот такое, как врач проводит онкоосмотр, так называемый, загальный онкоогляд, который в себя включает визуализацию кожных покровов, визуализацию и пальпацию молочных желез, щитовидной железы и так далее. То есть всех групп, в том числе, если мы берем сферу онкогинекологии, это шейка матки визуализация, в том числе наружные половые органы, где врач может посмотреть, выявить или не выявить и сказать, что все хорошо, приходите через год, но в любом случае пациентка должна раз в год посещать врача. Это первое. Второе, если, не дай бог, что-то начинает беспокоить, я всегда говорю, на что обращать внимание? Обращайте внимание на то, что что-то началось, то, чего раньше не было. Это могут быть измениться характер менструального цикла, это могут появиться какие-то боли, которых раньше не было, это могут появиться боли при половой жизни, которых раньше не было. Все, чего раньше не было, на это следует обратить внимание и тут же не ждать, пока это само пройдет. Не ждать, что это как-то, ну, уйдет в сторону, там как-то привыкнут, не жить с этим, а сразу же обращаться к врачу. Є ще такий важливий психологічний фактор. Є такі жінки, ну, ми розділяємо декілька типів, можемо про це говорити, які так стежать за цими симптомами, за цими дзвіночками. А є такі, знаю таких, на жаль, вони чогось там соромляться, що я зі своєю, ну, можливо, це і не онкологія, але мене будуть там роздивлятися. Ну, можливо, це ще з якихось там молодих років йде. Чи є такі випадки, коли такий психологічний бар'єр? К сожалению, такое есть очень часто, и у нас почему-то считается, ну, я не знаю, менталитет, наверное, такой, так, что чем-то зазорным пойти к врачу. Ну, не знаю, когда-то один такой уважаемый мной врач привел такой пример, что есть такой менталитет, что коли там корова захворила, то це погано, то може померти. А якщо у людини живот, наприклад, хворіє, то нічого страшного. Поболіти перестане, так говориться. Поэтому нету в этом ничего зазорного, нету в этом ничего. Наоборот, если всегда это большая помощь врачу, это большая помощь онкологу, если пациент вовремя и как можно раньше обратился с проблемой, тогда есть возможность помочь, потому что в 21 веке рак не является приговором. Это диагноз, который лечится, который эффективно лечится и с хорошими результатами, но когда это вовремя. Когда медицина работает, все уровни работают как часы, и когда пациент тоже не скрывается от врача, а старается, наоборот, к нему прийти. Есть же еще другой тип пациентов, которые, несмотря даже на то, что у них есть какой-то диагноз, есть какие-то подозрения на диагноз, они ходят по нескольким специалистам, пытаются услышать то, что они хотят услышать. То есть, что это ничего страшного, и вот как только они доходят до того, который говорит им «ничего страшного», погуляйте, придете через год, они все, они услышали ту информацию, что им нужно, и уходят на год. К сожалению, этого года иногда достаточно для того, чтобы заболевание спрогрессировало. Але є не тільки інший тип жінок-пацієнтів, але і є різні типи лікарів, які, ну, не завжди, на жаль, вони зможуть до себе повернути жінку, щоб, ну,
лікар, він має бути і психологом також. Людиною, яка не буде заспокоювати, але спокійною мовою роз'яснить так, щоб було зрозуміло. Це теж важливий момент. Абсолютно точно. Более того, я вам хочу сказать, что есть разные типы пациенток, с которым нужно по-разному говорить. Одних нужно успокоить, других нужно, наоборот, напугать. Третьим вообще ничего не нужно говорить, а сказать ихним родственникам, которые сидят за дверью, и родственники решат этот вопрос лучше, потому что знают, что пациент все равно будет слушать их. И есть четвертый, пятый, шестой и так далее варианты. Все персонализированный подход к донесению информации до пациента. Это тоже очень важно. И есть люди, которым пока, например, не напугаешь, не скажешь, что там достаточно все сложно. Она не пойдет дальше, не пойдет дальше за помощью, не пойдет дальше за дообследованием. С другой стороны, главное не перегнуть в этом, как и во всем. Какая еще есть профилактика, но кроме того, чтобы раз на рік приходить до профессионального лікаря, не только в нашей стране, а взагалі світова практика профилактичных заходов? Мы сейчас с вами говорили о вторичной профилактике. Это когда мы активно выявляем, да, или пациент приходит до клинической так называемая диагностика, когда у пациента активно выявляются какие-то заболевания. А есть еще и первичная профилактика, да? Это когда мы несем в массы информацию о факторах риска. Условно говоря, мы знаем, что в Одесском регионе рак шейки матки занимает там лидирующее место и растет по Украине. Да? Тогда, естественно, все моменты, связанные с риском рака шейки матки, с фактором риска, мы стараемся предотвращать. Условно говоря, это вакцина-профилактика, когда мы, скажем так, несем в массы культуру вакцинации от вируса папилломы человека. Но там тоже должны быть свои ограничения, свои качественные и грамотные обследования пациенток, но тем не менее вакцина-профилактика. Это борьба с курением, потому что курение тоже является фактором риска для многих онкологических заболеваний, но если мы берем сферу онкогинекологии, то это рак шейки матки, плоскоклеточные раки так называемые. Это половая культура, это и так далее. То есть все факторы риска, которые могут быть, мы стараемся предотвращать. Если мы берем, например, гормонозависимые злокачественные новообразования, рак эндометрия, то это нормализация массы тела. Это лечение каких-то эндокринных заболеваний и так далее, для того, чтобы нормализация реально менструального цикла, у кого есть нарушения, для того, чтобы не создавать рисковый фактор, рисковое количество, например, эстрогенов в организме женщины, для того, которое может провоцировать онкологическое заболевание. Мы розпочинали нашу розмову з того, що онкологія аж ніяк не замінила в рейтингу захворювання коронавірусну інфекцію. Знову вона і залишається, на жаль, на таких сумних лідируючих позиціях. Але чи є взаємозв'язок, якщо людина підхопила коронавірусну інфекцію? Ми знаємо, що перші жертви, на жаль, коронавірусної інфекції – люди, яких є захворювання, як то кажуть, які супроводжують все життя. Можуть ковід-тіла дати поштовх до розвитку онкологічних процесів в організмі? Вы знаете, несмотря на то, что эти исследования только начинают проводиться во всем мире, уже есть определенные данные, и мы даже наблюдаем эти случаи. Коронавирусная инфекция и онкологические заболевания — это взаимно влияющие друг на друга состояния, причем потенцирующие друг друга. Вы правильно сказали, что онкологическое заболевание, пациент с онкологическим заболеванием — это пациент с хроническим заболеванием. А мы знаем, что коронавирусная инфекция, COVID опасен для кого? Для пациентов, у кого есть хронические заболевания. То есть COVID опасен для онкологических больных. Но, с другой стороны, сам COVID может стимулировать, провоцировать прогрессию, и мы видим эти состояния, либо рецидивы онкологических заболеваний, либо даже провоцировать возникновение онкологического заболевания. Есть очень много случаев, когда пациенты нам рассказывают, что мы вот, особенно после пролеченного 5 лет прошло, 4 года прошло после пролеченного онкологического заболевания. Они как бы в фазе ремиссии, наблюдаются у нас. И вот январь-февраль переносят COVID, и
апрель-май какие-то неожиданные рецидивы, которых 5 лет, 4-5 лет не было. То есть на пустом месте, и абсолютно не должно их было быть, потому что есть определенные прогностические факторы, которых у этой пациентки не было для рецидива. Но тем не менее они случаются. То есть сам COVID провоцирует агрессию онкологического заболевания, и само онкологическое заболевание провоцирует агрессию COVID-коронавирусной инфекции. Ми знаємо, що в 21-му сторіччі нікого не здивуємо таким красивим обладнанням, є в клініках державних, не тільки приватних. А таке питання, а чи не стоїть наука на місці? Ми бачимо, є обладнання, технарі працюють, а ось наука, яка, можливо, там якісь там ліки, про які всі мріють, не тільки жінки, а всі чекають на це, на ці ліки. Що у нас наукове середовище каже? Фундаментальная онкология не стоит на месте, несмотря на то, что все равно мировой акцент сейчас мировой науки медицинской сделан на COVID, на вакцины, на исследования и так далее. Тем не менее, фундаментальная онкология не стоит на месте. Проходит вторую, третью фазу клинических испытаний достаточно большое количество новых препаратов. Но самое главное, что во многих клиниках наука и клиника взаимосвязаны. Вот если мы возьмем, к примеру, университетскую клинику нашего Одесского национального медицинского университета, оборудование, которое стоит там, оно и для обучения студентов, и для лечения пациентов. Это самое новейшее оборудование. Но более того, если мы говорим о том, что на сегодняшний день нету, например, какого-то препарата, то есть оборудование, которое позволяет усиливать эффективность тех препаратов, которые есть в наличии. Например, гипертермическая химиоперфузия, то есть когда пациенту вводят химиопрепарат в брюшную полость, при температуре до 42 градусов, и это вводится в течение 2-3 часов, пациент при этом под наркозом после оперативного лечения. Есть такая возможность в Украине, у нас впервые это в Украине, и сейчас в Институте рака национальном есть. Вот такие возможности есть. И по большому счету это мировой уровень, это то, что есть, то, о чем сейчас говорит мировая онкология. И, в принципе, диагностическая база точно так же, мы не отстаем от лабораторной диагностической базы, мы не отстаем от мировой базы, и молекулярная биология, и молекулярная генетика, в принципе, у нас на уровне. Мандрій, дякую за розмову. Серйозні теми ми підіймаємо, тому що дійсно здоров'я не тільки жінок, а взагалі наших співгромадян понад це. Не зволікайте, що я хочу нашим телеглядачам розповісти. Не бійтесь якихось там таких внутрішніх страхів, тому що є речі більш серйозні. Давайте ще спеціаліст, доктор медичних наук, також пропонує вам звернутися до наших жінок. Я хочу сказати вам, дорогі жінки, не бойтесь лишній раз прийти к врачу. Не бойтесь лишний раз обратиться к специалисту. Помните о том, что ваше здоровье в ваших руках. Не все зависит от врача. Не всегда врач-онколог может помочь вам. Но если вы поможете нам, хоть незначительно, то наша совместная с вами эффективность увеличится в разы. И самое главное, помните о том, что ежегодный плановый прием у гинеколога, плановый осмотр у маммолога – это такая важная вещь в нынешнее время, что я бы ее поставил на первое место вообще в разделе здоровья, в разделе собственно персональное здоровье. Поэтому помните об этом, будьте здорові і щасливі. Дякую, Андрію. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.